Братушки, внимание! Курс брать с севера, заход на место высадки с севера, северо-запада, чтобы не палить тупо, куда осталось сил. Заходить на место высадки с севера, северо-запада. На карте направление обозначил. Разблокирую управление. Зачем? Ну, мало ли. И возьми ниже, следом за левую. User left your channel. Да, слышно. Впереди уже место видно. На горизонте холм. Вперед. Ты деревья на горизонте. Все уже. Стоп, один. Двое человек еще, двое. Двое не вышли. Круговая оборона. Пулеметчик. Так. Один не. Вот, все. Все вышли. Порох, уходи. Все выгрузились. Да, все. Давайте по позициям. Второе юг, первое юго-восток. Юго-восток, вас понял. На юго-восток. Так, второе на юг. Так, Сокол. Смотрим. Погоди, Сокол, юго-восток, как договаривались. Да. Юг.
Юг, это нам прямой смещаться? Видимости, оставайтесь между собой. Понял. На зеленке закрепляемся. 160. Юг 160 у нас. А, точно. Тупанул. Что-то на восток. Смещаемся, смещаемся, двигаемся. А, ну да, 180. Там, короче, когда карта, когда мы летели, с левой стороны будет еще высотка на выше нашей горы. Возможно, оттуда будут крыть. Ага, значит... А замок хорошо стоит, он наверху, блин. Значит, Джек Сашков, пара, Виталик и Амра. О, Амра, а где он? А он с трубой. У кого труба, тот и твой напарник. Говори, пусть не шифтуй. Амра, не шифтуй. Руку попусти. Слышишь, не идите. Кто там? Без голоса или что только? По укрытиям, закрепляемся, юго-восток следить, белки следить, за северо-востоком посматривать. Между людьми, ну, 5 метров минимум. Игра общая, там, User left your channel. Строчка, вывод, User joined your channel. Ага, спасибо. Круговая оборона. Не расслабляйтесь, по укрытиям. Понял, понял. Кто-то в арлайн? Между людьми 5 метров минимум, а по укрытиям расползтись. Не, не вижу. Да я сам недавно. Живее, живее, живее. Деревья. Так, что тут не так, это не мои бойцы. Первое отделение, давайте вот сюда вот. Прям. Джек, тут. Все, и здесь вот залегаем. Красный, и Псилон, и Томми. Ну-ка, карту. Вертушки к базе подлетают. Карту, карту. Ложись, ложись, красный. Ложись. Или присядь. Ого, Джек, иди. У одного дерева один человек. Командира чуть назад. Мип, мы сейчас на какой позиции? 1-1? КПшнику смотреть за холмом справа. Мы на ЛЗ. Сейчас скажу точно. 1-2. 1-2. Понял. А у тебя компас есть? Вот блин. Вот блин. Нет, не свой, не свой. Нет, у меня ни карта, ни компас. Пришел людей пинать. Бадди, это ты медик, стрелок, да? На дерево. Что, что, что? Ты медик! Джек! А, почему не сможем? Где ты там? Так, так мне будешь говорить, где? Джек! А тебе бинокль есть? Джек, где ты находишься? Вон, вон, Джек. А, вижу, все, ложись. Да я уже записываю, как мы потерялись. Вот это самая лучшая запись, что вначале, блин, своих людей потерял. Нормально, нормально. Падай, падай. Нормально. Фух, ладно, я назад чуть отползу. Каковы дальнейшие будут приказания? Блин, прицел клевый. Ну тут я уже тупанул, я уже азимут не сказал, куда сворачиваем. Да, в него не целишься, и когда так головой вверх... Мип, прием. На рации, Мип. Каковы дальнейшие приказания? Вертолеты подошли к базе, погружают в трех взвод. Ждем 2-3 минуты. Принял, шейт от вас находится... Слева, если что, в зеленке тут небольшой. Хорошо. User joined your channel. Сейчас подойду к вам на позицию, уточню. Да, блин, слушайте, я не слышу. Левый фланг кто-то у нас смотрит. А у кто у нас там слева лежит? Да, левый фланг, да, смотри. Смотрим, смотрим. Смотрите, я опасное направление, что у нас. Слева низина идет с дорогой. Оттуда к нам во фланг вполне могут попытаться зайти. Сейчас, что в дальнейшем. По продвижению будем курс держать на юго-восток по зеленке. Относительно юга на горизонте холм огневая. Туда, скорее всего, у нас снайперы расположатся, откуда будут простреливать башни. Мы будем держаться восточнее. Опять-таки, чуть ниже, чуть по зеленке.
Там хорошо. В мертвой зоне от противника. Я думаю, что на той горе уже будет противник, пока мы туда дойдем. У нас подстволов достаточно для такого. Когда сблизимся со стенами, впритык под них подтираться не стоит, потому что ну, гранатами будут перекидывать. Возможно, подстволами даже. Идти направо против часовой стрелки в сторону единственного входа, то есть на юго-запад. Когда со стенами сблизимся. Если будем попадать под огонь и продвигаться не сможем, будем смещаться еще до стен восточнее, ближе к дороге, что слева от нас. Пока все. Ждем подхода остальных. Почему смотрю в мою сторону? Тылы крови, он снизу вдруг сейчас обойдет противник с того места, где мы пришли. Вниз смотри. Так и смотрите, еще один момент. Вертушки вполне могут подвести боекомплект, если потребуется. Так что расходуйте. Подошел к отделению Сокола. Тут хреново видно так. Значит, учтите, вот от нас союзники находятся на азимуте 200, получается, азимут 200 можно не смотреть. Все остальные тылы, которые не смотрятся, просматривайте. То есть зеленка на 200, там наши находятся. Все остальные, азимут 150, азимут 90, азимут 20 и азимут 300 надо осматривать. Там раз, не слышь на азимут 20, бо ти там взагалі позиція ніяк. Ти будеш... А чо он тил смотрить, 300 он смотрит. А там ж наші, ти кажеш. Наші знаходяться на азимуті 220. Во, якраз. Не отвлекаемся на вертолет и смотрим свои позиции. Скриншот сделать, но не получилось нормального. Так, внимание, взвод приготовились, продвигаться будем юго-восток. Движение на 140 сейчас будет. 6, начинайте продвижение. Курс 140-160 по укрытиям. Двигаемся, 140. Двигаемся, 140. За мной, клином. Расстояние как минимум 10 метров примерно берите. Начал движение на 140. Так, внимательно на горизонт. Справа от нас опасная возвышенность. А твою жди. Я когда говорю движение, передавайте все испорченным телефоном. По нему. До следующей зеленки подходим. Осмотреться. Внимательно горизонт осматривайте, сближаясь. Где испорченный телефон? Чего я не слышал, когда я сказал движение, все должны были повторить. Он помру потеряет. Да мы сразу нажал, что нам повторяться. Но он не услышал. Ну так его проблема. Так, это где Виталик? Вопрос. Да, я его нашел. Виталик где? Правее можете курс брать. Принял. Виталик где? Мы тут, все тут, Флорд. Все тут. Значит, дальше двигаемся на 170. Рухаем на 170. Что? Шайду. Сашко, передай Шайду, хай на крышу ставлю.
Тебе на крик поставить, чтоб вообще все слышали? Стоп. Мы наблюдаем отделение Мивы прямо рядом с ними находимся. Мип, нам подниматься на высотку? Ну мы раз награли, то фриз за фризом был. Что? Мип, нам на высотку продвигаться? Так, догнали, закрепитесь. По зеленке юго-восток продолжим налево. Виталий, Камра, смотрите левый фланг. Принял. Джек прямо наблюдай, смотри за высоткой. Принято. Сокол. Да, Сокол на связи. Левее по зеленке продолжаем на юго-восток. Понял. Шейд, продолжайте движение, впереди идете. Продолжаем движение. Продолжаем рух. Шейд, курс 100 по зеленке. То есть на горизонт не вылазим. 100 по зеленке. 100 по зеленке, извиняюсь. Азимут 100. Расстояние придерживайтесь. Расстояние придерживайтесь. 10-120 по зеленке. Расстояние друг от друга хотя бы 10 метров держите. Хотя бы 5 метров. От нас один человек по нам попал. 5 метров друг от друга. Если сейчас начнут огнем накрывать, чтобы сразу не все легли. Амраны, вставай, встань. Бачишь, все стоячи идут. Где он там? Че он, блин? Зараз загубишься, тебе не повернет. По зеленке от правой кромки налево идем. Толик, двумя отделениями. Повторите, направо или налево? От правой кромки на юго-восток. На 140, принял. На 120 под лесом идем. Ой, на 120 под лесом идем. Твои горизонты идут. Док, твои горизонты идут. Не, по тебе лестница есть. Виталик, смотри, левый фланг. Сокол. Да, я говорю. Ты, походу, на горизонт, на холм вылазишь, мы восточнее, северо-восточнее. Нам на восток идти? Северо-восток, мы по зеленке идем. По низине чуть. Все, понял, понял. Так, остановиться, осмотреться. Шейд, остановитесь по укрытиям, дождемся Сокола. Осматривайтесь пока. Юго-восток преимущественно. Круговую оборону занимаем пока что, ожидаем остальных. Ну почему я не слышу? Я хочу слышать, чтобы вы повторяли за мной. Я хоть примерно буду знать, где наши бойцы находятся. Я что, кричать мы, должен... Мы подошли, но нужно буквально 10 секунд передышки. Я что, должен на весь лес криком общаться, чтобы и противник нас слышал? Там, наверное, больше никого нету. Я левый фланг смотрю, Виталик. Не, так хорошо, я буду криком общаться, но учтите, если нас вдруг неожиданно с кустов начнут стрелять... Так, в общем, господа, смотрите, на 170 уже проглядываются за зеленкой стены, 300 метров примерно, 400.
аккуратнее. С их них могут быть снайперы, наблюдатели. Пойдем напрямик, укрываясь зеленкой. Она, в принципе, горизонт кроет. Не толпитесь. Сокол, да. Подошли, да? Да вот мы, да, уже обошли. А, это вы. Так, Джейд. На связи. Сокол впереди пойдет на курс на 170 в сторону стен. Биноклями самостоятельно оценивайте обстановку. Сближаемся ближе к стенам по зеленке. Вас понял, выдвигаемся. Медик с нами прямо на замок. А медик за нами закрепил, пойдемте. Будем двигаться за взводом мимо. Медик позади, держись, отделение. Куда-то на 140. Занимаешься ранеными. Не забывай про свою задачу основную. User joined your channel. Док, мои сближаются со стенами. Продолжаем движение на 170. Расстояние между отделениями соблюдайте где-то метров 20. На 170 продолжаем движение. Спецназ идет. Пусть у тебя будет бортовым парнем. Бортовой парень. Виталик, как принял? Да, я принял. Так, пересчет. Первый. Кто первый? Ну, пересчет, цифры называй. Первый, ты второй, дальше и считай. Виталик первый. Второй. Где остальные, блин? Я не слышу. По маршруту продвигайтесь, обновляю на карте актуальные. Отбор на связь. Джек. Джек, ты тут? User left your channel. На связи. Принят отбор. Джек. Да, это был наш снайпер, и я перепугался до чертиков. Джек. Сашко тут? Виталик. Значит, Виталик тут, там Амра. Амра у нас еще был, да? Амра тут? Он, похоже, без микрофона или что? Он еще и слова не сказал. Ну ладно, Сашко где? Сашко тут? Второй взвод, буду двигаться чуть позади тебя. О, что возле меня? Амра возле так, меня. между собой. Проходите. Виталик, двигаемся, на Виталик. У них наблюдатель на машине. Виталик, двигаемся. Так, выдвигайтесь на ВП-2, на ВП-2. Прячься за дерево, не беги под крышу. Так, значит, пробежался, упал. Все приняли. Сейчас башенцы стен накрывают. Пробежался, упал. Опять пробежался, упал. Сокол, ответный сокол. Огонь, давать МИП, прием. МИП, ответный огонь можно давать? На огонь свободный, да. Подавляющий огонь открываем. По басням подавляющий огонь. Дальность примерно 400 метров. Постреляли и меняйте позицию. Продвигайтесь понемногу к замку. Части, правую часть кроет снайпер. По левой части башни, по левой башне стреляйте. Раненых нету, сокол. Виталик, живой? Живой. Шейд у вас? А у нас фиг пойми. Двоих своих бойцов где-то потерял во время передвижения, где-то убежали, а так живо. Виталик, смещайся, начинай отдавать подавляющий огонь, я буду смещаться, потому что я подавлять всех не могу. Не торопитесь продвигаться вперед, по укрытиям больше, по укрытиям, рассредоточьтесь. Правую часть стен кроет снайпер наш, левая часть на наш страх. Назад отошел. Горочка такая. Виталик, левый фланг крой, мне что-то не нравится, да, что да, все да. Левый фланг не кроют. Там такая высотка. User left your channel. И очень стрёмная. Мы на следующей зелёнке впереди. Да вроде чисто.
Дегорс, как там? Все, мужики, держимся кучно, не теряем друг друга из виду, пойдем. Ответка идет, Виталик, помоги мне подавить немного вышку. Левая вышка. Левая, по левой вышке огонь. 400 метров, 300 бери, понял? Одиночными выстрелами по высоте вышки. 6, на связь. На связи, вышку подавляем. Сокол, у тебя все в порядке? Что? На позиции в порядке твоем? Вроде в порядке. Назад, левее, смещайтесь понемногу. Виталик, подавляй снизу от вышки, справа и слева, там выходы, там могут быть пехота. Подавляй вышки, подавляй низины вышки, понял? Бойцы слева двое, к деревьям, правее отойдите. Опасно лежите. Нас не видно за деревом, мы за деревьями лежим. Виталик, живой? Вы позади или где? Левее держится, не видно. Хорошо, понял. Виталик, ты подавляешь? Я наблюдаю вас. А по мне стреляют, я не могу выстрелить. Принял. Не вылазь тогда. Уже совсем близко взрываются, они ГПшки настраивают. Надо смещаться и вышку подавить. Амра, живой? Джек, где Джек, когда он нужен со своим пулеметом, чтобы эту вышку нафиг с землей сравнять? Он где-то лазит, не пойми где. Понял, слева прицельно накрывайте их. Мои чуть назад отходят. Укрытие недостаточно. Виталик, живой? Как там вы? Отходим понемногу, Виталик. Наши отходят. Правда, я дым, да, относительно этой позиции башни все просматриваются. И мы отступаем или на позициях пока держимся? Обойти, в общем, от вас. Так, отошли назад, Жень. Сокол. Виталик, отползай назад, потом подавляй. И я отходить буду. Сокол. Жень, у тебя все целы? И два бойца точно целы. А ну ладно, на связи, что? Виталик, беги! Виталик, беги, я подавляю. Виталик, подавляй! Не сближаться, там слишком опасная позиция. Не издалека работать, понял? Виталик, подавляй! Виталик, ты живой? Виталик! Отходи назад еще!
Виталик, ты живой? Назад, назад отходи. Назад отходи. Левый фланг прикрывай. Отойди в зеленку назад, левый фланг. Отходим на зеленку, левый фланг будем пытаться держать. Слева, да-да. С востока. Отходим в зеленку назад, понял, Виталик? И левый фланг кроем. Амра, пошли назад отходим. Мы сместимся назад в зеленку, будем левый фланг крыть, чтобы нас не обошли. Как принял? Догоняю вас. Я на старой сидел. Внимание, внимание! С востока, северо-востока бьют! Северо-восток нас нападает! Северо-восток стреляет! Северо-восток, с горизонт! Так, внимание, в этом лесу, возможно, противник, понял? Понял. А северо-восток, это перед нами, правильно? Да, вниз. Вниз? Так, с горизонта наблюдали, противник крыл нас трассерами. Опа! Виталик, живой? Живой. ГПшит. Жит. Да, по нам в лесу то ли ГПшит, то ли гранату кидают, не могу понять. Восток. К горизонту. Солнце на востоке, здесь чисто. Кто в лес ГПшит? Свои? Враги это. Но они ж не могут с города, где-то в лесу, получается, находятся. Чё мы ГП ждем? В общем, просто подавляем пока что. Пока что подавляем. Я не могу понять, откуда по нам ГП шит. Тише. Они сейчас сами на нас выйдут. Тихонько. Ох, блин, шейд. Тебе говорю. На связи. Поглядывайте справа, я поглядываю в левую часть. Шейд, зеленый дым дал относительно него, где вы? Извиняюсь, не могу наблюдать, мы сейчас находимся в лесу. Мы находимся от старой позиции на азимуте где-то 300, вот в густой лес мы туда отошли, 3 человека. Тут в лесу ГПшки разрываются, ну, мы предполагаем, что возможно здесь может быть враг, как принял? Мип, прием на связь. Секунду, сориентируемся. Живой. От меня расстояние 10 метров держи, чтобы ГП двоих не накрыло, принял? От меня расстояние 10 метров держи, чтобы одним взрывом двоих не накрыло. Так, Сокол, я. Продолжайте потихоньку юго-восток сдвигаться. Шейд на связь. На связи. Принял. Шейд. Сигнальные видели? Нет, никак нет, не наблюдали. Минутку. Куда нам сместиться? Куда нам прийти, скажи? Мы придем. На какой азимут нам сместиться? Мип, скажи, на какой нам азимут выйти? Смещаться на юго-восток. Несколько выстрелов делаю. У нас тут ГПшки враг накидывает. У нас ГПшки тоже здесь разрываются. Делаю выстрелы. Сориентируй, где слышишь. На азимуте 180 от меня слышу выстрелы. Понятно, юго-восточнее смещайся. Поджимаем врага. Так, наши в атаку идут, поэтому активно нападаем тоже на 180 сейчас идем. Слышишь, это не ГПшит с той стороны горы, с той горы ГПшит, тут 400 метров. С какой горы? Прям... На... Вот северо-восток или как она там. Ну, азимут, скажи, бля. Опа, стреляет. 70. Пули летят. Сокол,
Да. Зеленку ГПшник кроет, видимо, где-то рядом сидит. Мы предполагаем, что где-то на зиму Т-70 с горы ГПшник где-то находится. Понял, понял. Горизонт, юго-восток, там противник. Виталик живой? Рассредоточьтесь, сокол, и слева поджимайте. Шейд на связь. На связи. Зеленый дым видите под холмом? Красные трассера, это наши работают? Наши налево бьют. Дым под холмом видите? Никак нет. Извиняюсь, мы остались на еще на прежних позициях, не успели сместиться, ГП жить просто начали. Понял. Шейд? Да-да. Ну что, мы идем, догоняем? Да, на 70 смещаемся. Опа, ответка летит по нам, по нашим. Азимут, азимут 120, азимут 120, ответка противника. По горизонту 120. Увидишь, куда красный стреляет? Желтые трассера вроде бы. Желтые трассера это противника, повторите. Сокол, наши справа налево бьют зеленку. Помогают нам. Вот рядом с нами уже ложатся. Трассера желтые, это противник стреляет или союзники? С запада свои били, с юга противник. Трассера эти у обоих есть разноцветные. Наши отступают. Наши? А, это наши идут. Да. Так, Шейд, смещайтесь к нам на зеленку, на эту восточную, понял? Шейд. На восточную мы как раз там и находимся с вами. Это вы сейчас идете вниз? Так, извиняюсь. Второе отделение ко мне подошли. Мы, получается, восточное... Вы отделение МИБа или нет? Извиняюсь. На следующем холме. На следующем восточном холме горизонта. Где МИБ находится? МИБ на моей работе сейчас. Понял. Мибовцы, они на востоке, на востоке. Мы сейчас к ним будем двигаться, Энди. Шейд, окей? А, патрон нужны? Но у меня есть. Они пойдемте спустились. Кстати, да, нам патроны скинуть. Да. У меня 45 предположительно, у нас мало патронов осталось. Виталик, круговая оборона, у нас, да, у нас левый фланг никто не кроет, ты понимаешь, сейчас слева могут обойти. Второй пошли, постоим, посмотрим. Второе отделение, второй взвод на 100 двига. Пошли сюда, вряд ли они полезут. Пошли, а, Африка, что нам делать? Ты знаешь, есть рандомщики, которые один, помнишь, как тогда один человек к нам заполз? Пойдемте. Сокол, назад, назад, из пулемета. Что такое там случилось? Который с... Шейд, мы двигаемся до мибовцев, поэтому можете идти за нами. Принял, принял. Сокол цел? Да. Виталик, ты сзади будем держаться к колонне. Сзади колонны. Виталик, клином двигаемся. Виталик слева, Амра справа. Средний бег. Расстояние 5 метров. Они прямо перед нами.
Ладно, зеленка идем. Мне что-то не нравится. Мне кажется, наших обойти могут. Смотрим эту сторону. Сокол. Да. Люди твои целы? Двух вижу, третьего не вижу. Так, кто перед нами? Вижу, да, все целы, все целы. У нас левый фланг опасный. Либо сидим здесь, либо назад отходим и справа попробуем зайти. Оцени сам, я перед зеленым дымом. Виталик, ты живой? Так, Шейд, ждем тебя, продолжаем. Ты сориентироваться можешь? Где? Вы в лесу находитесь, сообщите. Здесь редкая зеленка, но можно назвать лесом. Шейд, вы сейчас в низине или где находитесь относительно? В низине практически, дорогу видим. Дорогу? Шейд, я... Дым новый кидаю. В отделение МИБа. Юго-восток попробую обнаружить. На связи, что? Нужен медик, медик нужен. МИБ уже замок штурмует. Бля, я потерянный без компаса называется. User left your channel. Не наблюдаю. А, зеленый дым, повтори, Мип. Зеленый дым. На поле, да? На поле зеленый дым, восточный самый. Высоко на холме. А, там мы далеко от вас, извиняюсь. Тогда сейчас будем двигаться. Вот, ориентир принял, сближайтесь к нам. Можете чуть с севера зайти. По-безопасному. Сокол. Виталик. Под обстрелом, под обстрелом. Виталик. Виталик, есть? Везучая ГП была, это кошмар просто. Вот как так? Виталик, Виталик, Виталик. Прямо. Я чувствую, что враг... Прямо. User left your channel. Вот так вот одной ГПшкой и сразу в меня. Не бывает. Виталик, ты где? Да, да, тут. Не вижу. Тут. Вот так, вот так, вот так. А, хорошо, принял. Ой, блин, если я правильно понял, наши должны быть... Потери есть? Да, видимо, да. Не отзывается боец. Не вижу его. Выйти не могу из укрытия. Ясно, Шейд, давайте к нам быстрее. Куда Джек попал? Извиняюсь, вы нас не ожидаете. Я, походу, здесь полностью заблудился. Так что... так что на нас можете не рассчитывать. На нас все равно три бойца только. Ранее всего-навсего. Миг принял. Нормально, я целый. Мип, давай сориентируемся так. Замок от тебя на каком азюте находится? Мип, прием. Сокол, назад отойти можете? Я, похоже, отделение Сокола потерял. Шейд! Да, МИП, азимут, замок от вас на каком азимуте находится? Давайте так сориентируемся. Замок 220, от меня ровно 220. Ага, все. Виталик, Виталик, собираемся, пошли. Виталик, собираемся, пошли, азимут движения 40. Принял. Че, мы отступаем? О! User joined your channel. Сокол, блин, 225. Добро. Я же думал, Джека нашел. Это левый отряд. А, МИП. На связи. А Сокола убили? Погиб он, похоже. Я на его КВ, это я, Ипсилон, я взял КВ. Назад отходить можете? Теоретически опасно, блядь.
потери? У наших, да. Да, большие? Ну, как сказать, судя по ощущениям, средние. User joined your channel. Короче, блин, это я наших там тупанул только что в лесу. Я-то думал, слева от нас никого нету, левее. User left your channel. Я тоже думал, смотрю, какие-то левые. Я... User left your channel. Так, огонь, огонь! Контакт, контакт, впритык где-то был. User left your channel. User в кустах наших где-то положили только что. Тине, живы? Живы наши, да. Прямо по курсу, получается, стреляют. User disconnected from your channel. Виталик, ты тут? Шейд, как вы там? Продвигаемся. Дошли до дороги, через дорогу не переходим, там плотно накрывают сейчас, вижу, наших союзников. А, это наши стреляют, все вижу. Переходим дорогу. Виталик, 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 прием, дорогу переходим. На связи, на связи. Это красный, первое отделение, все мертвое, я один остался. Понятно, отходить на север обратно, на север обратно. Виталик, по зеленке смещаемся на 320. Если опасно, держись на позиции, подтягиваем шейда. Надо обойти в соседний лес, там противник, попробуем его обойти с фланга. На 320. Виталик, по вот этой зеленке до следующего леса дойти, противник справа от нас. Пытаемся зайти в лес на азимут 60 дальний, там походу противник, я так полагаю. Попробуем его обойти. Какое обойти? Вы ко мне придите, блин. А. Извиняюсь, я даже карты не имею, я не предполагаю, где вы находитесь. От нас сейчас замок находится на 180. Нам, получается, надо дальше по дороге пройти, чтобы встретиться с вами. Возможно, это мы сейчас к вам и идем. Вы находитесь в зеленке, Джаве. Секунду. Да. Я делаю выстрелы, три штуки. Азимут. Мип, ты наблюдаешь белый дым? Белый дым не наблюдаю. Делаю еще раз три выстрела, азимут. Дай мне на них. Примерно 120. Вы в зеленке находитесь? На возвышенности? 120, понял, иду к тебе навстречу. Вы на зеленке на возвышенности находитесь? Зеленка на возвышенности именно. А, тогда мы к вам как раз и двигаемся, все нормально. Там мип может быть? Там мип. А мип, первого живой есть? Мип, мы тогда к вам и двигаемся. Держись, давай. Если можно, там как-то назад рывком отойти, отходи. Понял, постараюсь. Где Амра? Назад и направо. User left your channel. User joined your channel. А, блин, как мне нравится эта координация. Ничего не скажешь. Я это видео не знаю, выкладывать, не выкладывать, я, наверное, возьму, просто удалю. Пошли дальше. Ага, двигаемся. Ты что, броник скинул, ты так резво бегаешь? Что, я? Не, я еле иду. Я устал. Левый фланг, смотри. Сколько у тебя магазинов осталось? У меня сейчас гляну. Надо будет мне пулемет. Далеко мне до вас бежать, сейчас пытаюсь сориентироваться. Мип, мы сейчас к вам двигаемся через лесопосадки, вот так вот скажем. Хорошо, я выстрелы делаю. Вас никуда не ведем сейчас. Просто мне воссоединиться с вами. Повторите выстрелы. Выстрелы сделал. Куда бежать? Ого, это от нас уже на 160. Вы на горе возле замка? Принял. Я спускаюсь правее назад, в низину. Так, если вы на горе на замке, то получается с другой стороны стрелял противник. User joined your channel. User left your channel. Мип, даю красный дым на своей позиции, ты должен увидеть.
Мип, наблюдаешь красные дымы? Ищу, секунду. В низине смотри. Где-то на 140 от себя, может на 200. Дымов не наблюдаю никаких рядом. Значит, мы слишком далеко. Дальше продвигаемся туда, где слышали выстрелы. Можешь... Очередь делаю. Слышал, все. Двигаемся дальше к вам. От первого живой? По нам шьют с замков. Ложитесь. Подавляющий по замку и продвигаемся. Один дает подавляющий, другие продвигаются и наоборот. Пошли. Виталик, подавляй. Жень, закрепитесь, посчитаешь, скажешь, я рядом с вами. Виталик, оббегай меня сзади, я подавляю. Виталик, сзади оббегай. Нам надо залезть. В кустах ты сейчас погибнешь, если противник будет. Да, User joined your channel. Так, сейчас побежишь на 160, когда я начну огонь, потом, когда огонь у меня стихнет, начнешь ты стрелять. Тихонько, они не будут по нам стрелять, если мы по ним не будем стрелять. Да? Они хрен увидят нас такого. А я без трассеров просто пули брал, поэтому они нас по-любому не увидят. И я не брал трассирующие, но все равно. Готов. Готов бежать. Только если начнут валить, тогда в ответ постреляют. Ладно, побежали. На 160. Опа. Шейд живо? Смещаемся к вам, да. Я северо-восточнее отхожу. Я надеюсь, у них нет снайперов. А у них как раз есть снайпера. Как они так быстро ушли от нас вперед? О, тут по дороге в низине будет. Так, к дороге северо-восточнее отошел. Не вижу вас. Сделай очередь, мы сейчас услышим тебя, мы ближе подошли как раз. Тебе пару выстрелов сделай. Над нами только что вертолет пролетел. Вертолет припасы, только не туда, куда надо кидает. Прямо вот 12 припасов. Над нами вертолет пролетает. Бросили на дороге. Видели, где вертушка прошла? Да, она только что над нами пролетела. Отлично, вот к ящику пополнимся и восстановимся. Виталик, где ты ящик видел, она скинула? Где на ящик скинул? На дороге, сзади нас скинул, на дороге. Сзади нас? Ну там, блин, там кто-то постреливает, там рикошеты летят или что? Ты наблюдаешь ящик? Нет, конкретно ящик не вижу, но он где-то здесь скинул его. Ладно, ожидаем. Круговую оборону пока что занимаем. Сейчас МИП должен, по идее, подойти. Так, меня слышно отсюда? Да. Все, круговая оборона. Смотри, своих не пристрели. Амра, смотри на 360 азимов. Горизонт наблюдай. Мип, прием. Где вы? На связи. С трубы же махал. Я только что слышал выстрел от себя примерно на 140, где-то, наверное, метров 200-300. Вы... К дороге смещайтесь, к ящику, так? Да,
Да-да, здесь ящик на дороге валяется. Надо пополниться и продвигаться на штурм. А, то есть вы стреляли рядом с ящика? Я от ящика выстрел делал, да. Что у вас здесь? Виталик, идем на 140. Там выстрел был, это МИП стрелял только что. Там ящик лежит. 140? Да. Так, подошли к перекрестку дорог. Сейчас дам еще дымы на себя, прям на дорогу кину. Сделай выстрел, я к вам побегу. Двигаюсь. Мои 140. Виталик, сейчас должен свой прибежать, смотри внимательно. Виталик. Да, я тут смотрю. Продвигаемся дальше по над дорогой с левой части. Ну я стрелял. Так, чтобы не воздух, Кайс, прием. Группа уничтожена. Так, кто на рации? Шейд? Да, да, это Шейд. Это не Шейд, нифига. Это противник. Так, господа, шагаем. Так, круговая оборона. Шейд на связи. User left your channel. User joined your channel. Рация, проверка МИП. Шейд на связи. Привет, меня слышно? Шейд на связи. Это тот шейд, который нормальный, который сейчас начнет стрелять. Да, там кто-то левый совсем. Так, слева выстрелы твои? Да, мои. Знаешь, кто-то что на рации понял, кто-то на рации представился шейдом. Поэтому... Шейд, наконец-то. Возможно, кто-то КВшку взял? Не, ну да, мы уже сделали скид. Все? А нас три человека. Три все. Человека. Охренеть, троих потеряли, что ли? Не, у нас было сколько, пятеро в начале, и двое просто в начале перемещения с кем-то. Идем направо через дорогу и сближаемся с замком по зеленке. Курс правее держим. Укомнить что-то. Казалось. Давайте, дистанцию между людьми. Дистанцию соблюдаем и идем. 300. Курс 300 приблизительно. Укрытие держитесь все. Видите? Там же открытое место. Подавляй власть, что не знаешь. User left your channel. Так, воссоединился с отделением. У меня боеспособно 4 человека. Со мной включительно. Дальше обходим. Правее. Курс 320. И в низину спускаемся. На замке или? Да, лево. User joined your channel. Док живой? Дегорс? Слушает, хорошо, отсюда запад и юго-запад с низины.
Шейд, вы зеленки, от нас 230 через поле. Погибло отделение Сокола. Принял? Принял, мы как... Самое смешное, что мы с той зеленки и шли. Через рельеф не переваливаемся, на запад в низину уходим. Аналах, вы целы? Кстати, Мип, когда мы говорили, что с горы кроет, от нас вот горка на 20 была, вот левый оттуда... шаг, видимо, все сделали и на штабной, принял. Мип, когда мы говорили, что с горы сшьют, мы имели в виду горку на 20, по нам тогда стреляли. А мы не сидим. А просто низины держимся пока что. Перед нами снайпер проходит. Так, Дегорс, зеленка перед вами. Я там отделение потерял. Находимся от тебя. Аккуратно там. Мип, когда мы говорили, что по нам стреляли, то по нам стреляли с азимута 360 тогда с той горы. Но это было минут 15-10 назад. Так, Шейд. На связи. Проходите на запад, юго-запад, через наших снайперов укрытиями. Так, отбой, отбой. Тогда уж перед снайперами пойдем, хоть прикроем свои, с собой. Курс на юг через зеленку. Принял. Двигаемся. Двигаемся. В атаку! Ура! Наталья, левый фланг, посмотри. Да. Шейд, вы подошли? Да. Это кто же говорит? Это первый взвод мибовский, четыре человека. User left your channel. Миб, вот иди сюда. Юго-восточнее, южнее, вблизи отделения мое полегло. От моей позиции, впереди вот эта башня, там два человека сидят, но они не высовываются уже давно, потому что я с ними играюсь. Хорошо. Мы... есть... круговая оборона. Какие-то отделения могут уже пройти к замку поближе. Господи, потому что троих еще, смотри, Мип, четверо человек от меня уничтожены внутри замка и еще три человека на бойнице. Прекрасно. Под вашим прикрытием идем вперед. Двигаемся. Отсюда иди только сюда. Этот. Че? Так, стоп. Я здесь, Горс. А? Вот тут позиция. Мип, подождите, займу позицию для прикрытия. Вот. Стоп, круговая оборона. Подвинься. А лежи тут, не ползи, сейчас двигаться будем. Вертушка, ящик рядом. ГПшки пополнили бы нам. Так, под стол есть у нас? Нет. Никак нет. Есть под стол, не вижу. Под стола нету. А, потеряли. Ладно, нет под стола, отбой. Я трупы видел с под стволами. Вам дать под ствол? Давайте поменяемся. Мип. Под стенами пройти возможно? Иди, да, предложи. Мип. Там ему патрончиков. У меня подствольник есть. Надо под ствол вам? Надо под ствол? Давайте поменяемся. Давай. А что за дымовые гранаты? Что за дымовые? Разгрузку сбрось тоже. Что за дымовые гранаты? Кто-то штурмует уже? Прием. Я тебе и так скину это все. А у тебя под стволы закончили или... в рюкзаке место. Дымовые гранаты со стороны Аналаха. Их ГПшили только что. Понял. ГПшек ты хорошо набрал. Ваш человек. Ну так. Сколько у меня?
Аналог жив? ЗГБшили их, похоже. А твоя МК как называется? М16. А4? Угу. Слушай, коллиматор... хотя ладно. Так нормально. Все. Благодарю. Эйд. Да. Давайте продвигаться. Юго-запад зеленочкой. Двигаемся. Док, у тебя людей сколько? Расстояние соблюдаем. Скаликс. Да. Скаликс, понятно. Я тут бегу. Ну, блядь, зелёнка тут не такая. Ай, это не та же. Здесь кустов что-то. Да и там ничего не видно. Вот иди сюда, правее, по дереву. Да. Чё мне это дерево, если отсюда не видно никого? Вот тут лучше. User left your channel. Вот тут обзор. Ник ушёл на юг. Да, он уже вперёд ушёл. Да-да-да, мне впереди. Левее, ко мне. Левее, ко мне. Хорошо, потерь не было. User left your channel. User left your channel. Шит, я левее, тела проверю. Принял. Сокол отделение нашел, блин. Шейд, меня видишь слева в камнях? Шейд. Шейд, блин, вижу, опять? вижу, наблюдаю. Крой, тела смотрю. Все мертвяки. Левее к камням смещайтесь. Камра, левее к камням. Там один наш бегает, смотрите, осторожно. Камра, левее к камням. Дальше к стенам идем. До стен добираемся и направо вдоль них, на юго-запад.
User joined your channel. User left your channel. Рулич. Запада заходим. User left your channel. User left your channel. User joined your channel. Да. Аналог. User left the channel.
господа, отходить надо. Наши внутри. Шит. Да-да. Мип там кто-то у нас. Отдышимся. Отдышимся, отходим от стен и со внешней стороны прикрываем. Взвод на входе есть. В башне кто-то говорил, это наши? У стены свои, в башне могут быть враги. В башне минимум два врага. Жестко подавляют это. Аналах, над вами башню ГПшками внутрь закидываю. Отходим, отходим. Да стои, стои. Да. Никак нет. Заходи, Леш. User left your channel. Вертушка, центральный проем ворот, принял, там где-то сидят противники. Если с дистанции ГПшить можете, накрывайте. И зеленки отходим, мы по ней на запад. Аналах. Аналах, мы по зеленке на запад заходим. Да, аналах, еще далеко, нужно на видео. Пожалуйста, до нее продолжите, но вероятно она простреливает. Я своим взводом 4 человека прохожу по зеленке. Давай, веди по этой зеленке на запад. Где протирали тире по вертолету? Шесть! Да-да. Значит, идем на азимут 260. По зеленке на запад. У тебя много патронов осталось? Кто? Патронов у тебя много осталось на обоим. Патронов? Да. 5 магазинов или 4, 4. Короче, у меня две. Сказали, что они почти всех сняли, там осталось буквально 3-4 человека. А Мара, наверное, 5 остался с этими, с друзьями. Шесть, все еще четверо или один потерялся? Да, он постоянно теряется. Да. Возле стенок замок, где пошел походу с другим отрядом. Аналах, оглянись, там от моего взвода человек не потерялся? С трубой бегает. Аналах, вперед, прошли, можете подтягиваться до следующего стыка. А, это следующая башня их подавляла. Лео, боекомплект сбросить сможешь? Перед стенами лесополоса. Обозначу маркер минуту.
приблизительно обозначила рядом с вейпоинтом 3. Дымы обозначу, когда увижу тебя подлетающим. От тебя на 3 часа, в общем, ждем. Так, ты за ящиком еще улетаешь, да? Так, аналог, твоих людей вижу, но... Дождитесь, мы направо пройдем. И предыдущие накрывали. Следите за окнами сзади. Шесть. Проходим юго-восточнее. Проходим дальше. Понемногу. Проходим. Еще ящик промазал. Или скинули ящик. Ящик у меня. Виталик, ждем здесь, закрепляемся. По башне можно по правой немного пострелять, если есть лишние патроны. Тихо, кто-то сзади говорил, слышал? На 260 кто-то говорил. Здорово, мужики, ненависть там вызывайте. Блин, мы уже думали, сзади заходит кто-то. Так, бойницы, вы перед башней, верно? Абрик, даб и диск, где вы? Деньги. Вы перед башней находите сейчас. Все, хорошо. Залегайте, я пойду найду остальных, окей? Ну, я вижу, да. Значит, нам надо выйти. Что там, Мип живой? Димон, Мип, прием. Нет. Мип, прием. Виталик, пошли его искать. Помнишь, где были зеленые дымы? Он там, он последний раз был. Вот здесь, вот рядом. Где-то здесь Мипа ищем. Мип, ты живой? Нет, его убили. Где он повёл? Кто говорил только что? Назови имя, кто только что сообщил о смерти Немиба. Назовись, еще раз повторяю. User joined your channel.
Альтера, отдохнули? А принято. Значит, смотри, втыкаешься в зеленку и потом движешься на восток. User left your channel. Даппи, подойди ко мне. Повтори. Ага. Вот, Лулу замкнул. User left your channel. User left your channel. Так, Даппи, где остальные двое? Что, пойдем, вот сейчас. Это, господа. Идем, док, здесь. Вот, все, хорошо, Абрик, здесь пойдемте к Семен замка. О, вот все собрались. Как здорово, что так. Все собрались, пойдемте на стол. Вопрос, Миб живой уходит с ЕСПИ? Миб живой? А, Миб живой. Живой, Шейд, ранее какой-то. Он шаг, по-моему, делал. Принял. Миб на связи? Миб на связи. Виталик, ты тут? Да. Живой он. Так. Где там? Чеши. Прием, есть кто на связи? Прием, есть кто живой? Виталик, иди. Я чуть впереди, впереди за деревом. Ага. Так, сейчас попробую связаться, подожди. Вроде говорили, что он умер. Нет, он живой, сказали. Прием, Мип на связи. Прием. Тут бегал. Че, он под стену побежал? Да, наверное, да. Я не знаю, что мне делать. У меня на один магазин. Вот так выйти. Где остальные наши? Подожди, сейчас там ГПшит. ГПшит в нашу сторону? Да нет, похоже в замке, снаружи я не вижу ГПшит. Какая-то падла сообщила, что Мип мертвый. Пошли за остальными, наверное. Сейчас. Прием, Мип живой? Пошли, в общем. Ну, давай, он зеленый дым, будем догонять второй взвод. Прием, есть кто на связи? Нифига, мне кажется, пиздёж и провокация, не слышу его вообще. Ну, вон второй взвод идет. Вон под стенами кто-то еще бегает. О, там наши трупы лежат. Алекс, стой тут, я сейчас потом до себя взлотаю, пойду тебе там. Да, да.
можете отходить, все в порядке. Виталик, бери рюкзак. Шей, нижняя бойница, там чувак сейчас высовывается, сейчас пасует. На башне. Нижняя? Да, нижняя бойница. Ну, которая посредине башни. Огонь по ней. Подожди, 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 он не вылез. Так, а кто по нам ГПшнул только что, перед нами? Я живой. Ой, ладно, нафиг. Ящиком парни не завалили нашего, блин. Видели? Которого? А вот Уктуса. Ящик на голову ему накинули. Он, наверное, охренел. Да-да-да, реально, вообще рядом просто пролетел. Он бы мог его убить вот так вот. Куда это Данте бежит? Вот с другой стороны уж. А как трупы посмотреть с пятата? А, К на Р. Буква К. Она английская. Ну что, Виталий, убил? Да нет, не убила его. Надо было, убила? Надо было подавляющим стрелять. Надо было подавляющим. Да я не мог высунуться, я вообще не мог высунуться. Надо, не надо было давать ему возможность. Вот дай он ему не один там. Он один там. Он один там. Да. Ну, значит, он переместился не Он перебежал на верхнюю позицию, я его палил по верхней позиции, он с верхней не мог стрелять. Он сбежал. Я успел сказал, что в больнице чувак. Вот надо было не ждать, пока он высунется, а просто открыть подавляющий огонь по верху и по низу. Я и хотел, и все. И дальше тоже продвинуться. Два человека только красных осталось. А, ну это уже проигрыш. Не, ну как проигрыш, этот уже один человек уже сколько, троих снял? Чи четыре? А видишь, он наверх башни поднялся. И уже с калашом, он только что с пулеметом бегал. Он меня в спину убил, когда я вот развернулся вторую башню стрелять, он меня в спину убил. А ты нельзя узнать, сколько я убил чуваков? Нет, кстати, а где МИП? МИП тут? А подожди, надо же клавишу нажать какую там, нажать. МИП мертв. Ага. Должен быть тут. А, МИПа убили, он вперед, когда тут побежал, его убили. Тут нереально войти, блин, этот замок. Мы вообще вокруг его всего обходили. Так, а где наши потерялись? Вопрос интересный. Хороший вопрос. Смотри, загорелся ящик. Эх. В смысле загорелся ящик с припасами? Мы чё, победили?